Симферополь готовится к долгожданному масштабному концерту. Чего же ожидать от этого события, узнаем прямо сейчас. А для начала просим Викторию Шевченко познакомить наших зрителей с музыкантами. Вика, доброе утро. Вам слово. Доброе утро, коллеги! У нас сегодня в гостях удивительные, знаменитые гости. У нас сегодня продюсер и музыкант Асхат Сайфуллин и дива итальянского джаза Мануэла Мамели. Доброе утро! Доброе утро! Buongiorno! Good morning! Асхат, скажите, пожалуйста, а с какой целью вы приехали в Крым? Мы приехали для того, чтобы сыграть концерт в Симферополе. Клуб «Ирей». Это будет 14 марта. По-моему, в 7 вечера. Мы приехали для того, чтобы сыграть джазовую музыку. И Крым достоин этого. Крым – великая земля. Я впервые в Крым попал за мои 60 лет. Это мэджик, необыкновенное место. И для крымчан, потому что мы Россия. А почему только в Симферополе, а в Ялте? Было очень мало времени для подготовки, и поэтому заранее был решен вопрос, потому что мы улетаем, к сожалению, один день. Мануэла тоже первый раз в Крыму. Поделитесь вашими впечатлениями, что первое увидели, что запомнилось. Your first time in Krim, what you like it here in Krim? Was a big dream for me to come in Krim, and I love Krim, I love Yalta. I'm here just one day, but I really, really love it. I will invite my friends to come here again. It's a very wonderful magic land, magic sea, magic rock. Everything is beautiful here. Она первый раз здесь, в Крыму. Я уже забыл, честно говоря, что она говорила. Первый раз она находится в Крыму. Она впечатлена Крымом, его скалами, его морем. И вообще магической. Она много слышала про Крым. Много магии здесь, много истории. И в Ялте в особенности. В следующий раз она приедет со своим другом. Обязательно, она сказала. Что в Ялте такого посмотрели? What you can see in Yalta? What can I see? In Yalta, in city. What do you see? Ah, yeah, I saw many castles. Oh my God, many, many castles. We went to see the a big mountain today, a big roach, and was a little windy, and the sea was a little hungry, but nature was magical for me. And I saw the central part of the city, saw the people, very kind, and everything was very beautiful. Но мы увидели здесь очень много замков всевозможных, дворцов, которые мы проехали. И эта площадь, которая возле берега была, такое голодное море активное, такое было сильное. Ну и опять он повторил, что магия определенно чувствуется здесь, в городе. И вы, Асхат и Мануэла, а вы композиторы. И я знаю, что Крым впечатлял многих композиторов. Возможно, на ваше творчество как-то вот повлияет Крым? Что-то такое о Ялте? Позволю себе сказать, что я не композитор, а только музыкант. Но она является автором, композитором своих своей музыки. И она делает много аранжировок сардинской народной музыки. Такое сплетение с джазовой музыкой. If you composers, maybe you have emotion and way back, you write some song about Krim? Of course, why not? Why not? Конечно, почему нет? Yeah, I feel many beautiful emotion. I went, I came here just yesterday. I was in Siberia with Asghat, but you know, I had beautiful emotion from Siberia. I have beautiful emotion here in Yalta. So I'm sure I will compose some song about this beautiful land. Да, конечно, она что-нибудь готова написать. И она испытала большие эмоции от Сибири. Мы были в Сибири в длинном туре 2 недели и приехали сюда. И здесь такие же эмоции, очень сильные. Она обязательно что-нибудь напишет про Крым, про Ялту. Мануэла, я вижу, какие у вас эмоции. Может, вы нам споете что-нибудь? Это было бы очень для нас приятно. Can you sing a little? Of course, of course. What kind of song? Maybe it's jazz standard, yeah, because jazz concert. Maybe my favorite song, yeah. Ah, your favorite song? I know your favorite song, Autumn Leaves. Yeah, Autumn Leaves. If possible, can you sing on French, please, on French? Okay. Она сейчас поет. Она спросила, не знаешь, что спеть? Я ей говорю, ну спой свой любимый стандарт. Она очень любит и переживает, когда поет песню. Хорошие эмоции испытывает. Известный стандарт, такой джазовая песня. Но она была не джазовая изначально, это «Опавшие листья», «Autumn Leaves», и она поет на языке оригинала, на французском. Please.
chanson qui nous rassemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi, tu m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement. Ça me fait des bruits et la mer efface sur les sables les pas des amants désunis. Very nice, thank you very much. Браво, браво, спасибо огромное. Дорогие коллеги, я передаю вам слово, и мы завидуем, что такой замечательный концерт пройдет у вас в Симферополе. Большое спасибо, Виктория. Желаем вам отличного настроения и только добрых вестей. Напоминаем, на связи была Ялта и корреспондент телерадиокомпании «Крым» Виктория Шевченко.